Кстати, представляем котел на 300 литров, советский гармонизатор. Пульт управления. Здесь у нас краник уровня, нижний, средний, заливочная воронка расширительная. Ножки на вибропорах. Включаем сетевую кнопку. 4 блока по 5 кВт, 20 кВт. Включаем, значит, по площади включения тенов. То есть получается 5, 10, 20. Термолятор сырья, термолятор рубашки. Это защита по перегреву. Загорится краса лампочки при повышении температуры. Кран слива ДУ-50, обвязка гармонизатора. Включение гармонизатора с пульта. То есть включаем мешалку. У нас получается мешалка с жиласными скребками. Либо быстрее, либо медленней. Либо в одну сторону, либо в другую. Кран слива 50 спереди. И слив посередине. То есть для циркуляции. То есть мешалка. Включаем мешалку. Выставляем среднюю скорость. И то есть получается у нас... Открываем гармонизатор либо в одну, то есть для циркуляции. Открыли, пошла циркуляция через гармонизатор. И кран слива ДУ-50 для полного слива. То есть 50 кранка, можно полностью слить продукт. Ну все, котел готов к работе.